Работа в Алексей-Никольском затихает только в дождливую погоду. Мокрые яблоки сотрудники фруктового сада не собирают. Такой товар долго не хранится, говорят они. А здесь за качество продукции ручаются. Проходя через таможню, любой продукт, особенно фрукты и овощи, они подвергаются обработке. Здесь же это просто, можно сказать, с грядки, она поступает непосредственно к потребителю. И в качестве ассортимента мы видим, что по вкусовым качествам и по другим полезным веществам наша продукция высокого качества. В этом фруктовом саду выращивают несколько сортов яблок. Особым спросом пользуется самый сладкий сорт розмарин. Но собирать наливные яблочки здесь не прекратят даже в середине октября. Специально посадили поздние сорта, чтобы на столах у приморцев были местные фрукты до начала зимы. Этому саду нет еще и 10 лет. Работники плодового предприятия признаются, за эти годы пережили и наводнения, и заморозки, но сад отстоять удалось. Сейчас здесь собирают тонны вкусного урожая. Наш прекрасный климат, как говорится, он всегда являлся зоной рискованного земледелия. Для выращивания зерновых, сои, также и для сада. Погодные условия различные. Весной бывает холодно, потом тепло, и также град идет, снег выпадает. Многие растения погибают, опадают, завязи много. Ну и, соответственно, урожай меньше. Этот сад один из самых крупных в Приморье. Здесь применяют новейшие технологии в системе полива, деревья подкармливают. А кроме яблок выращивают виноград и сливу. Спросом у приморцев местная продукция пользуется огромным. Главное для фермеров сделать так, чтобы урожаи были стабильными. Надежда Арсеньева, Олег Буйместрук, Панорама.